Друзья, всех приветствую. В продаже у нас Mercedes E-класс 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров, с четырьмя собственниками. Вот такой вот аппарат двухлитровый в комплектации Авангард. Шикарный внешний вид в AMG пакете. Сейчас пройдемся по нему прибором, посмотрим на окрасы. Начнем с крышки багажника. 118 крышка багажника, низ крышки багажника 107. Бампер идеальный, хороший, все четко. Заднее правое крыло 123, задняя правая дверь 110, также идеально. 117, правое крыло 141. Правое крыло у нас идет вторичный окрас. Капот 124, 96, капот в заводском окрасе. Левое переднее крыло 115, 113, левая передняя дверь 111, также идеально. 111, задняя левая дверь. Заднее левое крыло 102. На крыле заднем имеется вот такая вот царапина вдоль. Вот такая закапанная. Сильный прочес. Вот, стойка заводская. 111, так, это у нас стекло, это у нас черная, 95, не окрашена. Панорама, спойлер задний, также на багажнике спойлер. Так, передний бампер и фары посмотрим. Передний бампер вот в таком состоянии, камнями побило. Фары в хорошем состоянии, нету никаких запотеваний, треснутых элементов. Лобовое стекло у нас SAT заменено. Винт для проверки ставьте на паузу. Так, диски в идеале, диски скорее всего окрашивались с алмазной проточкой, здесь все четко. Задние тормозные диски без износа, колодки новые, оригинал. Также передние тормозные диски, есть небольшая выработка, колодки с очень большим запасом. Резина у нас 19 года выпуска, 245-40-18. Вот, на резине небольшой боковой износ. Может, по серпантинам ездила или еще где-то. Вот. Так, перейдем к задним пассажирам. Здесь у нас также есть шторки. Можно опустить, поднять. Также есть сзади электрическая шторка. Так, тут у нас салон в идеале, вообще четко все, все шикарно, все круто. Правая дверная карта передняя также в идеале. Сиденье отличное, порожки не затерты. Здесь порожки установлены Mercedes Sport. Вот. Итак, передняя левая дверная карта идеально. Чуть-чуть здесь есть глянцевая поверхность, ничего страшного. Вот в таком сиденье состоянии водителя. Ни рвана, ничего, кожа просто со временем износилась. Можно подкрасить, можно дальше ездить. Руль в таком вот состоянии, скорее всего, ранее был окрашен. Не знаю для чего, зачем, ну, то как ездит. Вот. Так, покажу вам пробег. Пробег вот 156 тысяч. Здесь у нас комплектация Авангард. Задняя шторка поднимается, в общем, все шикарно. Подогревы все работают полностью.
крыша также у нас складывается. Еще раз. Надо держать. Ага, все. Шторку задвинули. Также задняя шторка задвинулась. Идеально. Перейдем в подкапотное пространство. Покажу вам под капотом. Двигатель работает хорошо. Был обслужен 20 тысяч километров назад. На профильном сервисе занимаются Mercedes и BMW. Капот не крученный. Здесь крылышко крутилось. Здесь не могу сказать. Скорее всего, не крутилось. Оно оригинальное, заводское. В таком состоянии мотор. Не вижу никаких запотеваний. Еще что-то. В целом, как-то вот так. Цену в данный момент не буду говорить. Цена будет указана в описании. Цена бывает меняется в связи с нестабильной ситуацией в стране. Вот. Также на автомобиле имеется 3 ДТП. Ничего страшного. Ничего серьезного. Имеются расчеты на 300-400 тысяч. Не знаю, зачем, для кого, почему. Ну вот, как есть автомобиль. Вы наглядно увидели, посмотрели, что в автомобиле крашено всего одно правое крыло. Мотор работает тихо, вообще четко. Летняя резина. В общем, брать и кататься. Автомобиль прям шикарен на самом деле. А, также не показал. Запаска. Аккумулятор оригинальный стоит. Запаска, домкрат. В общем, все отлично, все хорошо. Ну, дорогие друзья, кого заинтересовало, пожалуйста, пишите, звоните. Находимся в городе Краснодар, по улице Ставропольская, 324. В общем, всем удачи, всем пока.